Инновации в сфере образования и индивидуальной разработки. Их продемонстрировали участники конкурса среди учителей казахского языка. В областном туре приняли участие 9 человек. Ольга Загоруйко продолжит тему. Айжан Жомартова преподает казахский язык госслужащим ТНШ уже 6 лет. Для областного тура конкурса она подготовила самое лучшее – слайды, видео, аудиозаписи, раздаточный материал. Сейчас она проводит урок в незнакомой для нее аудитории. Выбрала форму диалога – тема поздравления. Айжан активно использует современные технологии. Это обязательное условие состязания педагогов. Для меня это не тяжело, потому что я проходила курсы как учитель казахского языка и литературы в городе Алматы. Это трехуровневые курсы, я второй уровень защитила, экзамен сдавала. Также я проходила разные курсы в городе Петропавловске и в Астане, именно по интерактивному обучению. Областной тур республиканского конкурса «Телемирия» необходим для обмена передовым опытом преподавания казахского языка. И нашим учителям есть чем поделиться. Уровень подготовки хороший. В прошлом году его отметили в Астане. Хорошее достижение по данному конкурсу в республиканском уровне мы имеем. В том году победитель областного тура, представитель Акаинского района Аим Камырова, победил обладатель первого места. Всего в областном конкурсе приняли участие 9 североказахстанцев, но только один представит наш регион в финальном этапе. Он состоится в октябре в столице Казахстана. Ольга Загоруйко, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.